Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Я сегодня в камуфляжке не по размеру, в цветущем саду, а значит очередной деревенский выпуск от нашей бахчеводческой бригады. Сегодня по плану сажаем бахчевые культуры, конечно же арбузы. Те, кто давно следит за нашим семейством, знают, какие арбузы растут в Тамбовщине. А также посадим дыни, обязательно посадим кабачки, ну и тыкву, чтобы делать вкусные цукаты, тыквенный нектар, тыквенное пюре. И в этом году планирую сделать еще вкусных несколько видов соусов из тыквы. Пойдемте посмотрим, что у нас взошло с прошлого выпуска. Ну и начинаем работать. За прошедшие две недели лучше всего взошел горошек. Смотрите, вот он, горох, сорт дедовский. Схожесть у него отличная, целых 105%, не меньше. Шучу-шучу. Но всхожесть просто великолепная. Практически все, что посадили, то и взошло. Так что на горох возлагаем хорошие перспективы в этом году. Редисочка в деревне тоже взошла достаточно хорошо. Хотя в городе, который сажали в теплицу, мы уже едим. Ну, а это будет чуть-чуть попозже. Но тоже дружными рядами взошла. В отличие от моркови и свеклы, где пока еще ни одного росточка не показалось. Луковые грядки. Лучок тоже всходит, активно всходит, процентов на 90-95 уже взошел. Стоят очень бодрые ростки лука. Надеюсь, будущего богатого урожая. Ну и посадили картошку. Такие вот аккуратные, хорошие грядочки. Здесь пока выглядит как просто чернозем на чернозем. Но если приглядеться, то борозды видны. Так что будем ждать всходов картофеля. А у соседей вот синий трактор пашет огород, и сразу хочется напевать песенку: по полям синий трактор едет к нам. Все, у кого есть дети, я думаю, эта песня уже сидит в мозгах. Достаточно пасмурно, ветрено последние дни, дождей толком пока еще не было, так что что будет с урожаем, время покажет. Городские жители обычно радуются красивым, ярким, желтым одуванчиком. Ну а в деревне вот такая вот их напасть говорит нам о чем. Пора начинать косить, косить и косить. Иначе с каждым днем их будет становиться все больше и больше. Да, так выглядит как бы все это красиво. Желтенькие цветочки на фоне нашего зеленого домика. Но это сорняки. Благородные растения, к сожалению, так эффективно не хотят расти. Помимо трех своих сортов деревенских, обычных посадили еще вот такие сорта, как скорик, необычный, среднеспелый, арбуз, вот это вот название прям такое, Sugar Baby, сладенькая девочка. Посмотрим, как она вырастет на тамбовском черноземе. И арбуз с очень странным названием АУ Продюсер ПВП. Как хотите, так и понимаете. Вот такие вот экспериментальные сорта на сезон 2022. А вот наш главный бахчевод нашего колхоза. Здравствуйте, Анастасия. Что сегодня сажаете? Приятного аппетита вам. Подкрепиться никому еще не мешало. Расскажи, покажи. Тыква. Помимо своей тыквы, вот, друзья мои, еще смотрите, россиянка, тыква каравай, F1 красная вкусная, китайский фонарик и тыква по 2 рубля. Разная всякая, ну и своей еще сортов 5. Такой вот бахчеводческий подряд. Идем? А это вот видите? О, с прошлого года тут запасы. Тыква бабушкина. Вот тот вот дальний край, за картошкой сейчас будем осваивать. Решили посадить еще огурцы. Выбрали три сорта. На этом, я думаю, не остановимся. И решили первый раз здесь в деревне собрать такую, не знаю, как ее назвать, тепличку, мини-парничок. Покупали на одном из маркетплейсов как-то еще зимой. У нас там по акции где-то вылавливала. Сейчас попробуем ее собрать и посадим огурчики. Огурчики.
Ну что, вот готов парничок. Посадили мы туда три сорта. Первый вот такой вот кураж. Второй Маша, интересное название. И третий сорт, как он называется, Щедрик. В дальнейшем еще посадим, я думаю, Герман обязательно. По-моему, Мураш еще был в планах. Ну и может быть что-нибудь еще, чтобы так не совсем уж равномерно подходили огурцы, а растянуть огуречное удовольствие во времени. Посмотрим, как наш эксперимент с тепличкой вот этой вот. Стоит она 3 копейки, так что будем пробовать экспериментировать, будет ли лучший результат с этой теплицей или нет. Кругом тут вот солнышко, сегодня наконец-то долгожданный солнечный денек. Впервые за долгое-долгое время. Пока в деревне особо интересного, сильно много ничего нет, только ждем сходы, сажаем. Поэтому даже не знаю, что тут еще вам показать в этом выпуске. Пчелки летают, птички поют, и жизнь прекрасна, друзья мои. Пока ездили за мороженым в соседнюю деревню, вот местную достопримечательность вам тут решил заснять. Сохраненный до сих пор памятник господину Ульянову, тот, что Ленин. Подкрашивают его иногда, такой весь серебряный. А куда он нам показывает? А показывает он красное здание, это местный сельсовет. И тут такая вот детская типа того площадка. Странное расположение, да? То есть он показывает на обратную сторону, не центральный вход сельсовета. И находится он за построенной новой церковью. То есть стоит спиной Владимир Ильич к храму. Так вот, друзья мои, такие здесь дихтянские достопримечательности. Это местный центральный пятачок села Дихтянка. Центр торговли, магазин, еще один магазин, третий магазин. Такой стильный советский. Есть еще магазинчик в пару. То есть все на центральном пятачке. Остановка. Построили в том году вот такое здесь благоустройство. Ну и улица не Ленина, а Ленинская. Видите, здесь свои названия в Дихтянке. Ну и, соответственно, центр цивилизации. Сельсовет в соседнем здании находится. И здесь Сосновский районный дом культуры, его Дихтянское отделение. Тут, видите, на велосипеде приехал сельсовет, и привезли тут даже щебень немножко. Возможно, где-то какую-то дорожку сделают. Облака сегодня, посмотрите, какие красивые. А, красотища. И монумент небольшой такой, ветеранам и дружникам тыла. Вот такие они, дела деревенские, друзья мои. Жизнь идет своим чередом. Сажаем, ждем урожая. Ну а с вами увидимся в следующем выпуске. Бригадир бахчеводческой бригады имени 10-килограммового арбуза доклад окончил. До новых встреч. Пока-пока. Впереди нас ждет много вкусного и интересного.